Балтийский государственный технический университет является правопреемником Ленинградского военно-механического института имени Дмитрия Федоровича Устинова. Несмотря на то, что многие наши выпускники реализовались в сферах государственного управления, в силовых структурах, на военной службе, но все-таки нашей визитной карточкой всегда были те, кто составляет сегодня инженерную элиту предприятий оборонно-промышленного комплекса. Наш вуз активно работает в рамках федеральной целевой программы «Кадры для оборонно-промышленного комплекса». Одним из направлений работы является создание целевых ракетно-космических классов в регионах. На сегодняшний день под эгидой военмеха и ведущих предприятий отрасли создано уже два таких класса – в Коломне и в Плесецке. Мы планируем создание подобного класса на базе средней общеобразовательной школы номер 18 города Кирова. Отличительной особенностью подготовки в этих классах будет то, что в течение последних двух лет обучения в 10 и 11 классе выпускники получат углубленную подготовку по физике, математике, инженерной графике и тем дисциплинам, которые позволят более успешно сдать единый государственный экзамен, а также адаптироваться на первых курсах высших учебных заведений инженерного профиля. Мы надеемся, что эта программа будет иметь успех и в том случае, если нам удастся реализовать ее в полном объеме, мы планируем расширить ее на другие общеобразовательные школы региона. Планируется, что поддержку нашим инициативам будет осуществлять несколько крупных оборонных предприятий региона, и такие договоренности достигнуты. Я приглашаю всех желающих принять участие в этом проекте. Если вы хотите, чтобы ваши дети получили образование в одном из лучших инженерных вузов России, милости просим в этот класс. Спасибо.